Каждый бесценный гражданин Украины, убитый на войне, семья получит 300 тысяч. Бесценный. А живой — это минус рабочее место, это минус человек, это минус образование, это минус, минус, минус. И плюс еще государство будет выплачивать 300 тысяч за убитого. И это все цена «отрави колесовки». Где-то в поле село, которое 100 тысяч этих граждан и не слышали никогда, которые погибнут за «отрави колесов». Иногда национальная гордость может очень больно ударить на века. Это у королей национальная гордость. Они готовы жертвовать тысячами, потому что подданные всегда спасают короля. Вспомните, как в Киеве спасали администрацию Зеленского. Щитом стали мирные граждане на окраинах Киева и не пустили в Киев.